Работы выполнили за 6 часов. В связи с этим движение транспорта было направлено в объезд. Заторов не наблюдалось. Когда конструкцию установили, движение по шоссе снова открыли. Сам пролет длиной около 30 метров смонтирован на опоры. В ближайшее время рабочие начнут установку лифтов для маломобильных граждан. Открыть для пешеходов эту конструкцию планируют в середине сентября. Специалисты отмечают, новый пешеходный переход повысит безопасность движения на четырехполосном участке федеральной автодороги близ поселка Нового и железнодорожной станции «Береговая».